2 круга одновременно. Молодец. 2 треугольника. Специалисты научно-практического центра реабилитации детей, коррекции и развития сегодня работают на площадках регионального форума под флагом доброй воли. Помощь социальным учреждениям сегодня получают 118 детей с особенностями в развитии. В своей работе психологи используют современное оборудование. На выставке форума в Циегаузе они представляют методику, с помощью которой помогают устранять нарушения психоречевого развития. Тут задаются параметры. Сейчас идет как бы считывание информации с головного мозга. Открывай глазки. Теперь послушаем музыку, чтобы не было помех. Закрывай глазки. Форум под флагом доброй воли проходит в регионе впервые. Он организован одноименным благотворительным фондом. Его цель – развитие региональных социально ориентированных некоммерческих организаций и обмен опытом по оказанию помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. В работе форума принимают участие более 40 социальных учреждений области. Затем, как работают с детьми, астраханские психологи приехали посмотреть специалисты из Москвы, Смоленска и Калининграда. В работе с детьми мне очень понравились все техники. Исключительно высокий арт-терапевтический уровень, который можно использовать как для диагностики, так и для реабилитации. Специалисты высочайшего уровня, но кроме знаний нужны определенные душевные качества. И вот то, как они рассказывают, как они это делают, это то, что выше профессиональных качеств. Мы говорим, мы пишем методички, встречаемся. И планируем наши мероприятия для того, чтобы ребенок в этой атмосфере рос счастливым, здоровым, понимающим, что вокруг него взрослые, которые делают его жизнь настоящим праздником и веселым и увлекательным путешествием. На выставке Министерство социального развития представило региональный проект «Играем вместе». Он призван объединить семьи и наладить отношения. В 2016 году в проекте приняло участие более 20 тысяч астраханцев. Специалисты отмечают, что, играя с ребенком, родители учатся понимать своих детей. Этот проект реализуется на всей территории Астраханской области, то есть в каждом районе и города, и области он есть. Этим проектом мы охватываем более 6 тысяч детей детского населения, не только детей, и родителей, и взрослых, бабушек, дедушек. То есть это такая дворовая форма работы, где родители учатся общаться и взаимодействовать со своими детьми. Закрывали форум воспитанники центра «Улитка». На сцене театра юного зрителя они представили постановку «Аленький цветочек». И это еще одна из форм реабилитации, которую наверняка подметили гости форума. А вот она Урумбаева, Сергей Горянин, центр новостей.